В школах Владивостока усилены меры безопасности. Ввиду трагических событий, произошедших в Ижевске, школам города поручено усилить дежурство, а также провести инструктаж с детьми. К слову, на сегодняшний день уже работает новая пропускная система от компании «Цифровое Приморье». В каждой школе имеется пост охраны на входе в образовательную организацию. Посты охраны, как правило, оборудованы системами контроля и управления доступа. Порядка 25 учреждений у нас уже введены в эксплуатацию, вот как в данной школе, в 39-й. Также школа у нас оборудована стационарными металлодетекторами. В других образовательных учреждениях, где нет стационарных металлодетекторов, это детские сады, там ручные металлодетекторы используются для досмотра входящих людей и вносимых вещей. Руководство школ не менее пристально контролирует пропускной процесс. Встречают и провожают детей вместе с охраной еще и дежурные учителя. Буквально сегодня провела линейку 7-10 классов. На этой неделе мы проведем, естественно, еще инструктажи с коллективом и проведем эвакуацию. А ввиду того, что у нас еще и появилась группа продленного дня, их два, две группы, 50 человек, то и проводим еще эвакуацию с группой продленного дня. Специалисты управления образования также подчеркнули, что вопрос безопасности детей всегда был и остается приоритетным. Анна Дьякова, новости на Восьмом.